Горловчане отмечают праздник – День освобождения Горловки от фашистских захватчиков. Принимая участие на чемпионате Европы в городе Долгопрудный, я представляла клуб «Матрикс» в России. И у нас есть флаг, на котором написан наш город – город Горловка. И люди, иностранцы, иностранные граждане, спортсмены из других стран, увидев наш город, подходили и желали нам мирного неба, тепло отзывались и желали крепости духа и терпения. Посвящая свою победу любимому городу, любимому клубу и вам, горловчанам, желаю вам мирного неба над головой, терпения и крепости духа.